что вы сейчас видели, это то, чем засыпают наши меловые карьеры от КСМ, город Гродно. То есть это бытовой строительный мусор, преимущественно пластик, какие-то остатки стройматериалов. Все это в итоге ляжет на дно, укрепится слоями почвы и будет гнить там очень долго, попадая в вероятные подземные родники. Какие-то материалы под землей не переработаются еще сотни, а может быть тысячи лет. Никогда. Вот так выглядит их площадка. Честно говоря, уже надоело сражаться с этим экологическим беспределом, но в любом случае рука письм писать не устанет. И очень хотелось бы поинтересоваться у руководства комбината строительных материалов города Гродно, каким образом, кроме грунта, выбранного при строительстве, либо реконструкции дорог, территорий, сюда попадает пластик, бытовые и промышленные отходы. Вопрос остается открытым. Надеюсь, хорошо видно, что у нас попадает в грунт и потом там живет столетиями. Берегите природу, говорили они. А вот сейчас посмотрите, как ее берегут государственные предприятия. Эта часть карьера уже засыпана практически. Вода вскоре уйдет, а вот это не уйдет никогда. Это пластик, он не разлагается. Глядите, вот полиэтилен высокой плотности. Что тут можно еще найти? А вот кто-то бытовуху выкинул, кетчуп. Лагодный. Как там лагодно будет земле после него, неизвестно. Вот масштабы, пожалуйста, масштабы. Вот пластиковое ведро. Вот пластиковое ведро. Вот трубочка полиэтиленовая. Кто за все это будет отвечать, как вы считаете? Пока неизвестно.